Ой, ребят, дурдом отдыхает. Сейчас перекус. Кофе, сейчас молока туда налью. Сходила в магазин. Сегодня Надежда там, наша девочка у Лёхи. Я думала, ее отдыхает, она в выходные была. Нормальная бабюха она, хорошая она. У нее муж там находится, тра-та-та. А я думала, она отдыхает. Ну, сейчас же август месяц, да? Сейчас начинаются, все отдыхают, ездят. Молодцы. Молодцы все. Огурцы взяла. Не знаю, почем я огурцы взяла. Я крупную, у меня мелких столько много. Не могу. Я крупных взяла. Сейчас, вот, я такие люблю. А мелких у меня дохера. Девки, зимородок смотрю. Бабка замуж вышла, 80 лет или 85. Козым злится. Ой. А уже раскрутка идет. А вы говорите, кому я нужна? Нужна буду еще. Вы что думаете? Нужна, не поверите. Кому я нужна буду? Девки, не знаю, что. Не хочу ничего говорить. Сейчас уже солнце вон вышло. Девки, ну, париловка хорошая. Да, солнце вышло. Кому я нужна буду? Нужна. Нужна, не переживайте. Самой смешно стало. Ой, я не могу. Ага, пишут мне. А в Зене сегодня там двоих или троих забанила. Ну, поменяйте свою тактику. Кому я нужна, беззубая? Я беззубая. А вы кто? Вот это собаки. Сейчас все я кину, собаки. Я сегодня как через окно собаки кину. Вот это вот и это. Это у Лёхи взяла. И это, там две сосиски 41-го года в морозилке сейчас. Ну да, пишут, вы хоть поменяйте свою это тактику. Кому я нужна? Нужна Алексу с Екатеринбурга. Он красивый, умный, молодой. Да, мне не жирно. Я Лёсику изменю. Девки, я люблю вот это вот жир, жир. Угу. Кому я нужна? Дроздову. Там разборки все. Еще скоро родить, сказали. Бабка это. Я не могу. Я в Турцию хочу ехать. Угу. Девки, видели ВК? ВК выложено, что на скалу я. А я комменты пишу плохие. Ну, там... В парке, я поняла. Там написано в парке. Уже во всех газетах пишу. Там ребята, молодежь. Ну, молодежь снимала и сняла их. Это. Ну, там под кустом мы чики-пуки делали. И все, весь интернет валят. Не завидуйте. Я там написала, не завидуйте. Чуть они.
Девки, я обожаю шурпу. А потом будет это Невский сначала все. Вчера смотрела. Ну, так смотрела. Спала. Сегодня спать не хочу. Вот это люблю, девки. Угу. Вот так. А вы обзываете. А у меня что, цыгане бегают? В ТикТоке сижу. Народу сегодня там. Угу. Кольца одевают, гляньте. А это невеста, гляньте, в шоке, сын в шоке. Отец женился, сейчас наследство им не достанется. А внук радуется, молодец. Вот так. А вы говорите купаться. Старые тоже выходят, женятся. Понятно, не только вам, молодежь. А что толку? Вы женитесь и расходуетесь. Ну, расходитесь. Гляньте, целует, целует. Как кино, девки. Один внук радуется. А что случилось? Что случилось-то? Звук отключен. Что-то случилось там. Что случилось? А с дедом плохо. Кино. Дети, жарко уже, все, дождя нету. Сегодня в 9 часов приходите. А что, это листья желтеют, что ли? Радоваться надо, они. Все наследство делят. Девки, не знаю, я люблю огурцы крупные.
Мелкие не люблю. Обнимаются теперь. Господи. То ругаются, то обнимаются. Дикий, он хорошо поет так. По-турецки мне там песня одна нравится. Это падла сидит. А ее муж уже с пелин переспал. Ты нашу Муси-Пуси. И жирные пишут. Ты что, что жирные? Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Угу. А сколько дней-то? 30-31? А что, не вернулись сюда? У нас в Русях не так, правда? Да? А там вон как. Ой, наделать. Посуду надо мыть, не хочу. А этот все смотрит на него. Мне так не нравится, как он роль играет. У него лицо прямо как у этой. В Буратино все. Плачет. Ну, я понимаю, это кино, роль. Ну, мы-то зрители смотрим, да? Мы же сидим, обсуждаем. И не полюбим артиста этого. Да? А это все ищут. Гляньте, убили кого-то. А, это Невский. Угу. Невский тоже. Мне нравится актер, но как в сказке. Угу. Угу. Какая-то птица летает здесь, ребят. Как типа попугай кричит. Птица счастья. Обратно жара наступила. Угу. Кофе с молоком.
Вы знаете, хочу сказать, я вот в этом сарафане легче чувствую, посвободней. Угу. Ну, посвободней. Тело дышится. Эй, что халат-то зимой надо носить их? Сейчас рутубы загружала. Боже упаси, не знаю, сейчас загрузилась или нет. Нахер. Смотрю, там Серега, что ли, мой старый. Видели, только загрузил. Не знаю. Мне не нравится этот рутубы. Крутилась, крутилась, не знаю, загрузилась там. Угу. А, ко мне это хочет приехать. Варвара, знаете, Лёсикина соседка. Она сейчас мне писала в телеге. Ну, знаете, Варвара. А хочет приехать ко мне в гости. Ну, она знает меня давно. И я ее. У ней подруга в очках. Не замужем. Она хотела, чтобы Лёсик на ней женился. Ну что, он дурак, что ли, блядь? Угу. Она страшная. Он на мне-то не женится. Лучше-то она на мне женится, чем на ней. Он чуть не упал, когда увидел фото ее. Лёсику надо козочка такая молоденькая. Чтоб в груди был третий размер. А зачем ему надо с ребенком? Ему бабёху надо такую холостую. Правильно? Сейчас 21 век. Зачем? Ой, что это такое? Зачем ему? Ему помоложе надо, ему 45 вот будет 4 августа. Помоложе надо, высокую, худенькую, спортом спортивная, третий размер грудей. А зачем ему с детьми нужно? Вы чего? Ладно, все, рыгнуло, все, закрываемся. Вечером в 9 часов приходите на стрим, ладно?